Всем привет, вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня у нас на обзоре новый интересный фаст. По информации от других блогеров, я знаю, что прошлые проекты от данного админа давали выйти в профит, поэтому я решил на данном этапе сюда проинвестировать. Называется он Daxum, стартовал 17 апреля, то есть на сегодня он работает 2 дня. Предлагает нам 4 тарифных плана. Первый — трейдер билл, общая прибыль 110% через 3 дня. В сутки начисление по 3,3%, депозит возвращается в конце. Второй тарифный план — трейдер X, прибыль 130% через 7 дней, начисление в сутки по 4,4%, инвестиции от $100. Третий тарифный план — трейдер Лара, общая прибыль 166%, начисление в сутки по 5,5%, срок работы 12 дней, но слишком большая минималка, это $1000. И последний тарифный план я вообще никому не рекомендую, потому что это автор план, и вам придется ждать, чтобы забрать вашу прибыль и депозит. Называется трейдер Тони, конечно, процент очень большой, 6000%, но начисление аж в конце срока, а работает он 60 дней, поэтому ранее, чем через 60 дней, вы свой депозит и прибыль забрать не сможете, поэтому лучше не инвестируйте на данный тарифный план, потому что, скорее всего, проект только не проработает. Инвестиции здесь, конечно, от $5 всего. Итак, с тарифными планами мы разобрались, давайте перейдем к партнерской программе, она здесь тоже очень интересная. На старте партнерка у нас 5 уровней, на первом 3%, на втором и третьем по 1% и по 0,5% с 4 и 5 уровня. Но также есть у нас эксклюзивная программа. 25% состоит из 15 уровней и активируется автоматически при выполнении двух обязательных условий. Личная инвестиция от $1500 и 15 активных партнеров вашей первой линии, суммарный оборот который составляет не менее $8000. И тогда у вас будет вот такая вот реферальная программа. Также есть бонусы за развитие вашей команды. Например, если оборот вашей структуры составит $4000, то вам за это дадут бонус в размере $100. Ну и вот, в принципе, так вот дальше. Также есть интересная тема, это баунти программа. Здесь можно тоже неплохо зарабатывать. Можно зарабатывать на Фейсбуке. Например, если вы поделитесь ссылкой или сделаете пост у себя в группе или на страничке, вы за это можете получить 15 центов. Ну и вот сделать репост — 25 центов. Ну и если будете вести страничку данного проекта, то можете получить за это $500. Также есть обязательные условия. И вот здесь расписаны условия к вашему аккаунту. Также, соответственно, есть компания в YouTube, то есть вы можете записать видеоролик, за это также вам будут начисляться призы. В Twitter можете сделать пост, ВКонтакте, в Instagram, Bitcoin Talk. Ну и, в принципе, все. Вот такая интересная баунти программа. Все расписывать не буду, потому что это может занять много времени. Кому интересно, перейдете по ссылке в описании в раздел баунти и все это изучите. А теперь давайте перейдем в аккаунт, сделаем депозит. Кстати, прежде всего вам надо будет нажать вот здесь на кнопку «Платежные реквизиты» и прописать ваши кошельки, ну либо один, с которым хотите работать. Я уже прописал свой Payeer кошелек и сейчас буду делать депозит. Итак, давайте переходим в раздел «Пополнить счет», опускаемся вниз, тут я выбираю Payeer, выбираю сумму $10, план «Трейдер Билл» 110% за 24 часа и нажимаю «Пополнить счет». Выбираю Payeer доллары, нажимаю подтвердить и еще раз подтверждаю платеж. Теперь я возвратился в кабинет. Как видим, на депозитах $10. Это значит, что после пополнения депозит создается автоматически. Давайте перейдем в раздел «Мои депозиты» и посмотрим. Да, вот мой депозит. План «Трейдер Билл», текущий вклад $10, дневной доход 3.30. Ну и, соответственно, количество начислений сколько будет и ожидаемая прибыль. Так, что еще показать? Давайте перейдем в раздел «Моя команда».
У меня, как видите, здесь пока что никого нет, но здесь будет ваша реферальная ссылка. Также ваш апплайн, тот, кто вас пригласил. Ну и, соответственно, реферальная ссылка также будет вот здесь. Ну и если нажать на кнопочку «Рекламные материалы», то откроются вот такие баннера, которые вы можете рекламировать в интернете и приглашать рефералов в данный проект. Ну что ж, на этом я свой ролик буду заканчивать. Вот такой вышел обзор и такой вот интересный проект, ссылку на который вы найдете в описании. Всем желаю успешных инвестиций. Ну а вы были на канале «Интернет и деньги». Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.